Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space 1. Да, мы все-таки там же, где я тогда остановился. Проходим далее, 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 далее. Так, давайте, наверное, с обойму целый магазин оставлю здесь. Переместить. Если вдруг у нас не будет хватки... Так, а я могу еще в ту сторону пойти. А в той у нас... Так. В той стороне у нас верстак и еще какие-то две комнаты. Или три. Но я не имею в виду комнату с верстаком, я ее не считаю. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске. Хорошо. Так, база данных, отчет химических лабораторий. Кому? Доктору Гросс. Элизабет. Так, не сомневаюсь, ты уже слышала о странной органической форме, которая была обнаружена на стенах различных отсеков. Я проанализировал эту субстанцию и, думаю, тебе заинтересуют результаты. Клетки по всей структуре напоминают бактерии, только с вирусными поведениями. Как и бактерии, этот организм инфицирует другие клетки последствием осмоса, после чего начинает так бурно размножаться. Удивительно то, с какой скоростью происходит это размножение. Одна единственная бактерия всего за... Спролистаем. Всего за минуту произвело 20 своих копий. Я никогда не видела ничего подобного. Могу поставить на кон свою репутацию, но мы имеем дело с инопланетным организмом. Профессор Хоули... выдвинул теорию, что колония таких бактерий предназначена для изменения окружающей среды. Они выделяют какой-то газ в неимоверных количествах. Вот почему в пораженных отсеках стоит такой мерзкий запах. Но к чему это все приведет в итоге? Я обязательно напишу, когда появится что-то новое. Генрих. Генрих. Все. Да. А, кажется, все. Да. О, что ты мне эти патроны потратил сильно, приятель. Вот этих, я думаю, лучше уничтожить. Хотя бы ноги им сломать. Потому что если сюда паразит попадет... Я что-то давно паразита не находил. Но зато часто вот эти начали появляться у нас, приятели. Так, здорово. Ага, мне предлагаете наверх, да, поехать? А там я в комнату отправлюсь. Нет уж. Нет уж, нет уж, нет уж. Мы пойдем туда, куда мне говорят идти. Нет уж, нет уж, нет уж. Я пойду не туда, куда мне говорят. Да я захочу. Меня некроморф просто перебил. Это знаете, как перебороть свои страхи? Ну, как бы все равно с вами разговаривать, да, то... О, верстак. Так, у нас там до хера узлов, поэтому мы сейчас пушку прокачаем. А, 5 узлов у нас. Бам-бам-бам. Отдаем. Отдаем. Так. Ну, хотя, кстати. Скорострельность, может. Не. Лазер. Готово. Готово, 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 готово. 7 патронов.
Хотя можно было его прокачать до 6, чтобы целый магазин он постоянно юзал. Так, не туда зашел. Ладно, у нас, в принципе, много магазинов. Нормально. Что, я использовал? Нет, у меня флеши хп. Далее. Тебя нихера нету. Я думаю, это херь опасная. Еще один верстак. Мне кошак в окно пытается залезть. Совсем больной, что ли? Нахер ты это делаешь, дурачок? Патроны, патроны. Лифт. Поехали. Дверь закрыта, жалко, что я туда попасть не могу. Хорошо. Воу. А, это обычный. Тё, я подумал, это длинный. Хотя, это может быть и новый вид какой-то. Типа не рассекач, а большой. Хрена тут что там? Пространство очень большое. Дверчики пошли. Ни хрена тут это место. Казалось. Кажется, показалось. Начинается? И еще? Деньги. Воу-воу. Вот зараза. Любители попугать. О, еще идет. Воу! Так, а патроны заканчиваются. Не зря КС-ку 4 года играл. Что по звукам ориентируюсь очень хорошо. Собираем патроны. Помидорки. Это у нас что? А, лифт наверх. Так, активировать систему подачи питания. Замена питающей системы. Так. Пускай будет. А мне типа выше нужно ехать или что? Где, где? Опа, плюс бабки. Ого, нихера у меня этих. Снова понакопилось. Понакопилось, видите ли.
Так, наверху у нас там синтезатор. А, не, у нас там просто подъем. А, там у нас даже два этажа подъема. Давайте я тогда здесь все посмотрю. Сначала пойду. Казалось, кто-то около меня начал дышать сильно. Так, ладно, где начинаются двери у нас? Сделаем так. Первая дверь. Вот здесь, да? И там дверь. Дополнительное задание. Выполнено. Есть дополнительные задания? Ладно. Ты отъехал? Да, он отъехал. А то, что я выполнил... Ничего не дает, ладно. Окей. Кто лазит? Да. Ну да, я же говорю, кто-то лазит. А ты мне не верил. У нас с тобой даже птицы глумятся. Так, давайте, короче, вернемся. Нужно вещи положить обратно. Вещи, вещи, вещи. Потому что у меня уже перегруз. Магазинчик. Рюкзачок. Продать. Готово. А эти звуки были или нет? Что не припоминаю. Так, еще давайте, наверное, один магазин положу. Пускай будет 76 патронов у нас. Интересно, оно меня вообще убьет, получается? Или что? Мне нужно было сразу перезарядиться. А, ладно, нормально. Может, хилки мне тоже носить с собой только две? Типа маленькую и двойную. Либо маленький начать продавать и использовать только большие с собой носить. А, вот теперь наверх, да? Наверх.
Второй уровень. Внимание! В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Но я думаю, бригада эта не скоро придет, чтобы нам воздух починить. Еще выше, да? А нет, здесь. Там. Хорошо. А, там, видите, тоже, типа, как бы отделение. И там еще двери есть. Типа, мне можно бегать, я не против, если что. Плюс сохранимся. Не, я как бы дверь просто открою, посмотрю, что там, да, и уйдем. И уйдем. Пойдем сначала там, куда нам нужно. А потом, если что, пробегаем снова по всей локации и изучим то, что мы еще не смотрели. Так, не сюда, хорошо. Ух. Это чтобы наверняка. А люк раз. Эзек, сделай нас един. А что такое? А трупов нету, да? А трупов нету, да? А ведь знал, что не зря тут трупы лежат, и я всегда буду ломать их. А чё они вот это вот? А у него без головы, что ли, типа? Я примерно знал, что так будет. О, а теперь вот мы и в ту сторону пойдем. Короче, нужно по карте просто смотреть, куда мы не ходили, куда мы пойдем. Что за херня? И по бомбам. Так, две решетки сзади, две решетки спереди. Ух, 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 какой взрыв. Ладно, перезаряжаемся. По патронам у нас все отлично. Короче, ладно, это взрывные мешки какие-то у них. Я заметил, что наша супер-дупер пушка их не сразу убивает. Так, нужно смотреть, а то могли просто ценные вещи полетать. Поехали. Ага. И зачем такое делать? Я туда идти не хочу. Нихера там! Зона невесомости. Ясно. Держу в курсе.
я же в курсе. О, как он бегает здесь, нихера себе. Так, ребята, а что, с вас нихера не повыпадало, или как? Так, а вот это вот... Так, вот это вот не очень. Так, наоборот. Что-то выпало. О, что-то выпало. Нет, это не наш. Оп. А зачем здесь только взрывашки? Зона гравитации. Будем думать, что просто так. Интересно, будет здесь какой-то типа босс? Внимание! Да. Система фильтрации воздуха активна. Проникновение в фильтрационные трубы чрезвычайно опасно. Эй! Алло! Охрана! Слава богу! Это доктор Кросс от Дегидропоники. Я ищу второго инженера Джейкоба Темпла. Нет, на инженерной палубе не знают, где он. Я в курсе, что на корабле общая тревога, потому и ищу его. Нет, у нас пока порядок, но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло? Эй! О, ага. А как мне дверь открыть? А, с той стороны, ясно. Нихрена. Зачем тут столько этих? Да что, будет опять босс этот? Или здесь просто горючее? Надеюсь, что просто горючее. Не, ну здесь, в принципе, понятно, что нужно делать. Здесь нужно, короче, когда вот эти отсеки открываются, пробегать и замораживать дверь. Отлично. Мне осталось только пробежать. То есть я два раза где-то заюзаю. Нет, нахер. Сам виноват. Мое дело было сейчас пройти. Я хотел сказать, что враг сзади. Потому что я подумал, лучше прислушаться. Вот видите, как можно легко через эти решеточки все поломать. На. Изи. Так, а теперь мы поднимаемся, забираем узел. Потому что я видел, там в кабинке узел есть. Ой, узел. Который я заслужил. Который я заслужил. Что со звуками? А еще журнал. Так, я еще что-то тут видел стоять. Я хилку видел.
А, я ее уже подобрал. Ту-ту-ту-ту. Главное смотреть на вентиляцию. До хера блоков этих питаний. А потом еще назад так бежать. Лифт безопасный. Так, у нас до хера хилок, до хера боеприпасов. Опять у нас где-то на 20 тысяч. Внимание! На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. Масса? Килотонн? Нихуя себе! Так, а мы были на третьем этаже? Тот пока до меня допрет. Я ему лапки отстрелю. Все. У меня уже все забито. Окей. Давайте по-быстрому тогда сбегаем. Подождите, мне нужно посмотреть верхний этаж вот этот вот. Которая находится третья сверху. Я там был или нет? Кажется, я там не был. Я был на втором, а на третьем я не был. Поэтому сейчас бежим обратно. Правильно? В эту же сторону, да. Я знал, что когда-то эти люки взорвутся хером. Я знал это, но что-то я не вижу. И давай, из того люка кто-то вылезет, да? Ну, если эти просто взорвались. Ну, не. И никто же, по сути, не поспрыгивал, да? Уже серия заканчивается. Но мы все равно потом побежим, пособираем боеприпасы. Ну, я не знаю, что могло так взорвать решетки. Что-то здоровое было, походу. Так, рюкзака. Переместить. 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 Перемещаем. Перемещаем. Продаем сразу. Так, добро. Возвращаемся обратно тем же путем, как мы туда ходили. Блин, ну что за тайминги? А, хотя здесь не рабочие, ладно, я мог пробежать. Я не продал. Ладно. У нас там еще один валяется. У нас еще тут один валяется. Давай третий. Я на третьем еще не был. Ну, это, короче, будет долго, поэтому мы можем пока что поговорить с вами о чем-то.
Подождите, а третий этаж? А, да, это просто третий этаж будет. Надеюсь, там будет какая-то плата за 10 тысяч, которую можно будет продать. Нужно будет тебя, детка, прокачать до конца. В принципе, у меня там уже запасов патронов снова же много, которые я могу продать на 1030-20. О, а там плата какая-то все-таки. Да, я угадал. Платится, платится мое. И это, которое, кажется, за 10 тысяч. Ура. Либо тире за 20. Первый. Итого мы сейчас еще сложим одну обойму с 6. Продадим. Еще сложим хилочку маленькую. Продадим 2 за 2000. Та штуковина пускай будет 10 тысяч. 5 тысяч, 10. Не, подожди, золотая у нас стоит 5 тысяч, розовая 10 тысяч, да? Да. Не, золотая 3 тысячи. Бизнес. И будем уже заканчивать, потому что у нас уже время подошло к концу. Бизнес. Но говорят, что по следующей части вообще должны быть страшнее. Поэтому я не знаю. Как, ну, типа первый, ладно, как бы уже тут. 10 тысяч, да. Продать. Плазма. Так, сколько у меня денег? 70 тысяч. Давайте это тогда еще попродаем, что у меня там в сейфе есть. Так, плазмиды. До хера этих. Магазин. Пускай будет 8 штук. Ну, короче, давайте на этом, я думаю, закончим. Где у нас там сохранялка? Кажется, в следующей комнате. Да, нам как раз туда и нужно. Ты точно тут сохранял? Нет, стоять. О, точно, у компьютера аж было. ОПК. В следующей серии, короче, прокачаем с вами дальше нашу пушечку, любимую пушечку. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч, друзья, всем пока.